Хейл, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием «Восприятие». Короче, как вы помните, мы закончили на том, что мы прочитали какую-то пиздец стрёмную записочку. Потом я прошел сюда, и олень этот сраный выбрался. Что я могу сказать? Скорее всего, это видео вышло после игры «Белая дверь», потому что «Белая дверь», она довольно прикольная и интересная. Поэтому я ее пришел и решил залить перед вот этой. Там тоже более-менее такой психодел. Наблюдается. Ага. Ну давайте идти куда нам предлагают, так ведь? Монатя, ну как-то... мало ищет. Диапазон поисков довольно маленький стал. Так, давайте я звук немного прибавлю, так как... у нас же все-таки здесь хоррор, да? Который пугает нас окружающей средой. Игра сохранилась. Понятно. Бетти. Нам больше не нужны операторы. Как тебе такая идея? Будь куколкой и сделай несколько фотографий. Вот это поднимет боевой дух. Вау, щит. А вечером, когда я опускаю так, Кэрол, ты подарил мне на 18-летие. Когда-нибудь мы станем семьей, ты и я, сказал ты. Потрогать сундук. В этом сундуке наши мечты, Джин. Я берегу их здесь дома. Так что используй свой долг в Европе. И совершенно скоро у нас все будет тип-топ. Я приеду к тебе. Я еду к тебе, Джин. А изучите окружающую среду. Ох ты ж чёрт. Давайте, мы знаем, что к призраку, ну блин. Если я буду от чего-то убегать, я буду ж убегать. У меня, ну, большое слишком открытое место. Короче, если что, здесь двери. Пизда. Подержи там еще немного, Джин. Я знаю, что... но более реально. У ключ. Какой-то немецкий шептунул ветер. Я месяцами пытался разобрать, что... хоть что-нибудь. Я услышала слово «Бош». Немного попользовался и нашла слово немецкого. Словарь немецкого. «Бош» означает «лес». Я еду за тобой. Так, я понял, нужно брать ключ. Да.
Где я? Так, я... В сарайчике. Так, как раз сохранилось. Я знал, блин, что что-то будет, потому что довольно было огромное место. Нафиг. Дорогой Джин, я не получила от тебя писем уже 3 недели. Где ты? Это на тебя не похоже. И в доме было тихо. Твоя навеки, Бетти. Интересно, почему она не отправила это письмо? Пускай играет музыка. Нужно поверить чердак. Надо проверить чердак. Давайте просканируем. Ой, подожди. Betty. I hope this letter finds you well. Echo Bluff must be lonely with you there alone. Have you heard from Jean recently? I wish I could be there, but the work here at the Richmond Shipyards is vital to the war effort. With Jean in the army, that big house must be difficult for you to maintain. I pray every night for Jean. If he were to die over there, I'm not sure if Mother could handle it. According to the stories we hear at the shipyards, the way captured soldiers are treated sounds like a fate worse than death. Indications are this will be a long war, but take comfort in your wonderful home. Love, Eddie. Что-то мама умерла, не умерла, я тебя жду с войны, бла-бла-бла. Главное, чтобы на меня нихуя не прыгало. Практика, практика, еще раз практика. Чтобы разобрать оружие, не нужно практика. Используй патроны как отвертку. Да, Джин, как я тебе показывала. Теперь давай добудем секундомер и попробуем снова. А поймать теперь мне придется чаще бить из-за того, что звук ее вообще теперь не расходуется, то есть, да? Именно по показу, как вот мы видим, расход очень маленький. Теперь чисто этим пугают нас, понимаете? Куда идти? Я не шарю. Я же не помню, куда идти на самом деле, поэтому я просто иду куда-нибудь. Так, здесь у нас мистер Супчик был, если не ошибаюсь. О, ты наконец нормально начала играть. Да. Алло, Рорк. А, это от тебя идет. Джипси Гоу. Да, прикиньте, так у себя дома такое иметь. Это что, ты обосрешься на чердак лезть вообще? Точно. Путь к моему мужчине в Европу.
здесь стрёмно, блин, ну... Бьет почти, звук не бежит по другим этим территориям. Что за пиздец? Если что, сюда спрячемся, блядь. Дорогой Моджин, похоже, удача наконец-то на моей стороне. Мне позвонили с линии Серебряная Звезда, и оказалось, что я выиграла поездку в Европу. На следующей неделе я сяду на корабль «Серебряная звезда» и пересеку океан, чтобы найти тебя. Держись, я приеду уже скоро. Твоя Бетти. Тёгры махает. Азбука Морзе. Я её... не знаю, секунду. Бетти. Я... возвращаюсь домой. Джин возвращается на пути домой. Почетная остановка. Люблю тебя. Черт, она не должна садиться. Он возвращается. Наверное, поэтому она и не получила от него писем. Надо найти, откуда доносится этот звук немедленно. Ну вот, мы видим, пускай оно будет подмечено, и все. Ну вы видите, вот звук, какой звук, блядь? Он вообще ни хера не показывает. Сейчас все сделаем. Подождите, мне нужно хотя бы что-нибудь включать, чтобы увидеть радиус. Радиус вижена, хотя бы какой-нибудь. Поверить не могу. На замену женской команде, но у меня лучшие результаты во всей школе за все время. Вы говорите, я должна радоваться тому, что... но я добивалась школьного рекорда. Я подав официальное прошение о том, чтобы мое имя выше. Ой, так, подожди, это первый этаж, да? Первый этаж с этой стороны. А, видели? Кабанчик появился. Моя дорогая Бетти. Когда я был ребенком, мне тоже было немного не по себе, но он всегда был скруган крёмным местом, и помытолка были тучи, но только никакие голоса со мной не разговаривали, и видения мне не являлись. Призраков я встречал только здесь, но на другом континенте. Но хватит разговаривать о смерти. Твой любящий муж Джин. Да, я понял, понял, иду. Так, да, это тоже место. Если что, нужно радио сразу будет подрубить. Зачем меня вещи снова подзывают к себе, если я уже их юзал? Серьезно, могу теперь посмотреть, что тут? Ну, давай. Нет, нет, нет! О, Бетти! Бетти, ты не можешь! Он уже в пути! Почему? Почему это чертов дом делает это с тобой? Стоп. Билет из моего сна.
Представляете, какое у него будет лицо, когда я приеду к нему. Что происходит? Что происходит? Просто черный экран. Я опять здесь? Значит ли это, что я решила... Какой-то... Многие моряки в городе покупают у нее мешочки с травами. Мне стало смешно при мысли о том, что мужчины... Но потом мне рассказали, что они нужны для защиты. Старый Таллиген надел, что это один из ее мешочков. Одержав ее судя по плаву, он прижимал ее к груди как крест. Снова та женщина. Так, опять мы куда-то телепортируемся. Что за оно? Ребята, просто забейте, я не хочу знать. 16 минут, мне еще играть минут 14, вы это понимаете. Мы залезли в воду, где мертвых. Знаете, сейчас был бы прикольный эффект того, что здесь бы сейчас туф, такой труп появился. Ладно. Опять все поменялось. Глава третья. Итак, видимо, другое время. Яблоко называют. Снова. Черт! Я же не входил ни в телефон, ни в полицейскую будку. Ни в телефон, ни в полицейскую будку. Это сейчас была отсылочка по ходу на Доктора Кто. Американское шоу. Как я понимаю, теперь... Это просто стена. Но эта херня теперь, как я понимаю, будет байтиться на этот звук. Так, каруселем. А вот 28 октября 1900... Наконец-то все наши распаковы и разобраны. Я не могу жалеть ничего лучше, чем этот особняк. Благодаря форме залива дом стоит в поле... об морском воздухе оздавлять легким. Наконец-то мне никто не помешает посвятить себя делу своей жизни. Начиная работу над первым прототипом средств автономного передвижения, Хенрик Острин Бош. Угуляюсь. Меня теперь травой пугают. Повторим. Прятаться? Так что теперь мне будет что-то маленькое, да, пугать? Куклы. Днем и ночью я усердно работаю, потому что мои девочки гораздо лучше, чем сон. Ангелы созданы моими руками. Чего бы они ни захотели, я придумаю, как это сделать. Это он имеет в виду куклы? Ого. А, ну все-таки тоже здесь.
Средство автономного передвижения. Эксперимент 8. Провал. Мои исправления оказалось недостаточно. К сожалению, пока что. Им придется использовать эти стулья. Должен быть полезный, изящный ответ. То есть ты хочешь сделать так, чтобы куклы сами двигались? Не пытайтесь нас задержать. Откройте эту щелку, или мы ее выбьем. Мы осмотрим ваш подвал, мистер Дош. Буш. Зачем тут печка? Эта дверь выглядит, как будто ей нужен ключ. Да, ей нужен ключ. Ладно, я понял. Лучше вообще не бить нахер. Так, сундук запоминаем. Вот, походу, не зря тут сундук. Не посрать, я просто иду куда-то. 15 ноября 1892. Я чувствую себя так, как будто любопытные взгляды последовали мне. Странные звуки, незнакомый голос. Увы, наше новое убежище кажется уязвимым. Они не могут снова убежать. Они выдержат такие метаний. Куда я, блядь, иду? Мне сейчас на самом деле легче вызвать эту хрень сюда. Я понимаю, что врагов. Все, прячемся, блядь. Я это специально сделал, чтобы ее сюда сейчас подозвать. И потом выйти. А вдруг она сейчас будет ходить по верху? Или снизу? Она где-то вот тут вот. Сзади меня проходит. Бля, осветление как-то долго меняется. Это плохо. О. Она идет. Все, она пропала. Туда теперь? Я чисто хожу по кругу, понимаете? Ага. Ага.
21 ноября 1892 год. Я сделал все, чтобы им было хорошо. Я дал им друзей, я дал им надежду. Но они напуганы. Теперь я должен обеспечить их безопасностью. Поэтому я приспособил некоторые свои создания для другой цели. Для какой же цели? Так, куклы начинают мне мерещиться. Это херово, да, я понимаю? Это очень фигово, я понимаю. Когда я представляю ее запертым так, как в клетках, у меня сердце разрывается. Я их освободитель. Я не чувствую вины. Но пока что они несчастливы здесь. Я пролежу за тем, чтобы они ни в чем не нуждались. Один кубик сахара или два? Почему ты не ушла? Остальные девочки тоже не разрешали тебе? Потрясающе. Остальные девочки? Будем всю ночь болтать о мальчиках? Да ладно. Ну, поймай, она... Давайте ей как-то вот так... Пойдешь на заставочку к этой серии. Оля. Так, можешь мне эту призвать? Корню? Как мне стрёмно, когда начинается красное сияние. О, она идет. Ну тут она. Там снег, кажется. Дышит, стоит. Она может открывать двери, которые заперты. Понимаете, в чем проблема? А мы эти двери никак с вами не откроем. Дышит все еще. Зараза. Мне же стрёмно. Вырубай. Не, на самом деле, знаете, игра очень хороша тем, что она держит постоянно в напряжении. И сейчас пропадет. Он тут дышит. Во, вот он, вот. Серьезно, я сейчас сделал так, что она теперь будет постоянно здесь? А, все, не дышит.
Плевать, это первый удар. Но скорее всего, чем дальше мы идем, тем сильнее оно, так сказать. Ну, меньше нужно ударов. А, точно, мышь. Ой. А что у тебя на руках? Так, сундук. А точно, мне ж наверх. Так, хорошо, сейчас это хорошо, что я их запустил. Что могу видеть, куда я иду. Соединяйся с использованием из сообщества. Вы в каком-то парке аттракционов или это какой-то квест? Это дрянь, не настоящая. Глаза друга? Ого, бумага. Насколько странных фотографий девочек. У одной из них обрита голова. Некоторые снимки сделаны издалека. На других крупный план, как на полицейских. Они плохо выглядят, бедняжки. Там сверху есть расписание для нескольких человек. Они распределены по группам. День распланировки. Так, за ними кто-то присматривает. Я буду здесь весь день. Так, просто... Да, я хорошо спрятался, если бы эта херь вышла, меня бы не напухали. Да и сюда можно, мне кажется, спрятаться. Серьезно? Хорошо, я понял, что мне туда. Мне бы... Сохраночку где-то сделать. Подождите, то есть здесь будут еще куклы, которые будут просто бегать? Да, вот сидишь такой, кукла, блядь, на тебя палит. Потом думаешь, чтоб тебе страшно не было. Бля. Мне это не нравится. Она восковая, не заставляй меня ее это пить. О, нет, нет, нет. Мне это совсем не нравится. От этих роботов так мороз по коже. Лучше убегай. Извините. Уходите. Я могла бы сказать то же самое.
Да ладно. Так, а куда мне хотя бы идти? Спасибо. А, я понял, ты типа показываешь где, ах, ты животное. Так, подожди. Второй января 1893 год. Не пойму я, почему мои куклы ориентируются на север-восток, когда я их выключаю. Каждый из них поворачивается после отключения. Всегда на север-восток лицом к одной... Так, яблони на утро. Странно то, что я не размещал в них компас. Так, ладно, более важные дела. Можно сохраниться, пожалуйста? Все. Ребят, давайте, короче, на этом мы закончим, потому что уже 40 минут. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.